И сегодня же в Доме культуры СБУ прощались с полковником контрразведки Юрием Возным. Он погиб в минувший вторник в Константиновском районе Донецкой области. Причина тоже взрыв, но уже мины, заложенные на дороге. Пострадали еще 4 человека, 3 сотрудников СБУ и 1 гражданский. Они до сих пор в больнице. Президент Украины Петр Порошенко наградил посмертно Юрия Возного орденом за мужество.